Привет. Ну вот все-таки, строя купольный дом на 3D принтере, я вам скажу, дело такое очень интересное. То есть один человек может построить себе монолитный дом, неограниченный по размерам. Кто хочет, тот построит. Эксперименты были и от 6 метров, сейчас 9, дальше будет 12. Данный купол напечатан за очень короткое время. Любой желающий себе построить дом сам, спокойно с нашей помощью с этим справится. Сейчас я вам расскажу как. Значит, данный дом печатается путем смешивания смеси, подачи насосом ее в принтер, и принтер при помощи программы печатает. И единственный минус, который может помешать нам, это дождь, потому что дом большой, накрыть его каким-то шатром — это энергозатратно, поэтому мы работаем не в дождевую погоду, а в солнечную. Бетон орошается в процессе строительства, после строительства. Значит, соответственно, он любит вот это увлажнение. Он встает без всяких трещин. На втором этаже у нас получается по квадрату 40 квадратных метров. Заложили мы его на этапе печати. Так же, как и армирование между простеночного пространства, скрепляющего оба купола вместе, две стены. У нас это перекрытие из композитного материала. Оно сквозное. На целом на то, что у нас получится еще залить балкон. Поэтому здесь много народу не требуется. Машинизированная, механизированная система, вот электронная при помощи компьютера. В принципе, очень интересно, что и дает нам экономию нормы часов сотрудников, которые обычно на этом предприятии должны присутствовать. Для нашего канала, нашего, в принципе, направления строительства домов при помощи 3D принтера, при помощи новых технологий, новых материалов. Вот, многое я рассказываю и в комментариях комментирую, и видео освещаю. Ознакомиться вы можете в описании под видео.